Приветствую вас, друзья, с вами Варчик, с наступающим вас. Ну и потихоньку начну вам рассказывать свои впечатления про AMX M4 MLE 51. Это тяжелый танк французский, 9 уровня. В принципе, уровень мне этот нравится, играть я на нем люблю. Поэтому еще на тесте я для себя этот танк выделил, тот танк, который я хочу прокачать. И я его выкачал, гениально. Танк, по сути, мне очень понравился еще на тесте, и, в принципе, на основе он такой же интересный, как и на тесте, по сути, но на основе играть на нем легче, поскольку голды все-таки поменьше. И рассказы по типу, что его в маску пробивают, ой, да его туда пробивают, его сюда пробивают. На деле же я один раз встретил, когда в меня 140-й стрелял кумулятивами и пробивал меня в ВЛД. После первого же попадания я просто развернулся и уехал. А зачем мне смысл сливать просто так хп? Вот, в принципе, это один случай за там, 70 боев. Средний урон на этом танке у меня на нем 3600. Процент побед 74. Играю я соло, и меня этот результат, в принципе, устраивает. Конечно, хотелось бы и 4000 среднего урона на нем. Но мои кривые руки еще до этого не доросли. Играю я на нем на доппайке. Перков на танке куча, поскольку экипаж французский у меня выкачан еще на ФЦМ за 3500 боев. Там перков немерено. Поэтому танк у меня в принципе зафарширован по полной. Все, что можно было в него влить, кроме бонов. Что касаемо самого танчика, что он из себя представляет? Давайте начнем с минусов, которые я заметил, и их можно выделить прям ярко. Ну, самый основной минус, который вам встречаться будет в каждом бою, это УВН и 8 градусов. При том, что танк очень высокий, невероятно высокий, 8 градусов это отвратительно. Играть, честно говоря, не особо удобно, но... Почему же он мне все равно нравится? Ну, так сказать, в минусе УВН есть и в этом кое-какие плюсы. Во-первых, броня башни. На 9 уровне 300 мм броня башни, это, конечно, жесть. Танкуется тупо все. Ну, конечно же, всякие там плазмоганы смогут когда-нибудь вас пробить. Но если играть аккуратно, внимательно и понимать, куда сувать свою башню толстую, то все проходит отлично. Также башня имеет ватную крышу, и она немного наклонена вперед, поэтому стоит всегда играть через малюсенький хотя бы холмик, поскольку крышу можно все-таки пробить. Также на крыше имеется лючок, но он находится немножко не по центру и сзади. Поэтому его выцелить крайне сложно, если играть через маленький холмик. И эти холмики очень сложно находить в игре, поскольку 8 градусов УВН не позволяют играть через большие холмы. Поэтому нужно искать новые позиции и учиться играть немножко по-другому. Можно иногда играть, используя укрытия такие как союзники, либо какие-то повороты, барханы, либо кучи мусора. Также из ярких минусов это НЛД очень чувствуется дырявым. Практически не видел танков, которые бы не пробивали мне НЛД, поэтому стоит использовать укрытие. Ну и последний минус это здоровенные высокие ватные борта. Танк играется без ромбов, просто враг должен быть впереди на вытянутой руке. В принципе, на нем играть с одной стороны и легко, и с другой стороны нужна какая-то сноровка для того, чтобы его использовать. С одной стороны у тебя мега броня в башне, точная стабилизированная пушка, пробитие 257 обычным снарядом и голдовым 315, точность очень хорошая 0.34, альфа 400, и все это в куче дает очень удобную стрельбу, но если опускается пушка. И при этом при всем очень бронированная башня. Да и ВЛД тоже может танковать достаточно хорошо, но голду он уже не держит. Танк в принципе по подвижности обычный, 15 удельная мощность и обзор 380. В принципе танк годный, я рекомендую на нем поиграть, если есть возможность, но пройти 8 уровень крайне сложная задача, поскольку танк полная УГ.
Ну, видосик про него на канале есть. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.